I'm moving to Miami from Orlando. I drive this truck with this gentleman. Hey! Okay. Вот в этом районе моя бэха скончалась, утонула. Чтобы вы понимали, вот это вот вся улица. И, скорее всего, на 10 квадратных километров здесь было вот так вот воды по колено. Все эти дома были затоплены. И я шел по этой улице, короче, в ту сторону. Не знаю, сколько километров, наверное, тоже 8-10 я прошел. И у меня сейчас вьетнамские флешбеки, когда просто я иду и вижу 3 лодки, короче, плывут мне навстречу. Пацаны реально на лодках, короче, здесь плавали, блядь. А на следующий день я видел фотки, где, блядь, люди, короче, видели аллигаторов, которые плавали также по улицам, всяких змей и прочее. Пиздец. Потоп в Майами, нахуй.